Добрый день. Вновь после продолжительной, утомительной, почти многовековой паузы мы вот записываем нашу интернетуру. Марк Сандомирский, Андрей Бархатов. На свежем воздухе мы вырвались из этого огромного помещения, из мозгоправного, как говорится, вот этого логова Марка Сандомирского, где он пытает людей. Мы будем говорить, глядя на людей, слушая птиц. И говорить будем мы о чем? Нет, во-первых, Андрей, не могу с вами согласиться. Место, которое мы только что покинули, большой павильон в Сокольниках, где проходил конгресс «Экология мозга», это не то место, где я пытаю людей, это где меня они пытали. Я-то в основном людей пытаю в интернете, виртуально. Тролль. Да, и, собственно, наша сегодняшняя тема, она отсюда вырастает. Я думаю, это то, о чем наши слушатели, в общем-то, и так знают, и давно хотели об этом спросить или пытались об этом сказать, но мы, по крайней мере, я упорно делали вид, что этого проблемы не существует. На протяжении нескольких лет мы стоическими усилиями защищали интернет от всяческих нападок. Говорили, что интернет – это хорошо, а теперь настало время признать. Раскрыть всю правду. Есть и обратная сторона медали. И я предлагаю поговорить о том, как и почему интернет вреден для юзеров. Это же фокусы с разоблачениями. Черт возьми, мистер Вон, как вы загримировались, а? Я вас не узнал в гриме. Итак. С одной стороны, это в некоторых аспектах для слушателей вещь очевидная. Вот есть такие неизбежные камни на дороге интернетной, о которые каждый из нас в свое время спотыкался. Когда мы говорим о том, что интернет вреден, обычно по ассоциации приходят на ум такие риски и опасности интернета, которые очевидны, общеизвестны. Ну, во-первых, интернет – это, конечно, рассадник вирусов. Да. И никак иначе они больше не передаются нынче. Во-вторых, интернет – рассадник пошлости и бескультурья, тоже надо признать. Ну, поэтому местами времена. Сразу же уже на пошлость меня стал потянуть, когда я услышал первую часть. Да. Ну ладно, я промолчу пока. Интернет – это почва, на которой произрастают всякого рода финансовые пирамиды. К слову, надо сказать, разоблаченный нами когда-то господин Мавроди. Буквально мы его выявили. Да, мы заблаговременно предупреждали за много месяцев, загодя предупреждали слушателей о грядущем крахе очередной его авантюры, так все произошло. И мы предупреждали, что он обязательно будет строить политическую партию, это так и произошло. Печально то, что на сегодня уже в интернете функционируют новые мавродиевские пирамиды. Интернет – это та среда, где очень легко некоторым людям заниматься мошенничеством, аферами, предлагая наивным пользователям денег заработать. Вот, жадность, она сгубила не только фраера, но и юзера. Что одно и то же, синоним буквально. Иногда это одно и то же. Наконец, интернет – это жутко агрессивная среда, на которой пышным цветом расцветает троллинг. О троллинге мы уже немало говорили. И вне всяких сомнений, все наши слушатели с этим сталкивались и на собственном опыте. И к тому же еще интернет – это среда разврата. Я имею в виду такие неприятные явления, как действительно виртуальная сексуальная эксплуатация. Наивных пользователей. Порнография. Нет, детская порнография – это уже проехали. Да я мечтал, хоть кто-то мне покажет. Сейчас в моде секстинг и груминг. О боже. Груминг. Зачем это? Сейчас материться нельзя. Виртуальные приставания пользователям, очень. В основном, опять же, к подросткам. Секстинг и того хуже. Это принуждение пользователя демонстрировать нечто такое эротическое в интернете. Принуждает его к этому путем обмана или шантажа. То есть это использует вот, его. Вот на форумах пишет: сиськи покажи, вот это оно, да? Ну, обычно в начале человеку, как правило, в возрасте до 21 года, пока он ума разума не набрался и с родителями у него нет достаточного взаимопонимания, он думает, что он их умнее, приходит по мейлу набор картинок
сочиненных с помощью фотошопа, ага. где фотографии из его альбомчика ВКонтакте или Инстаграм или что-то еще творчески переработаны самым пошлым, похабным образом. И делает ему предложение, от которого не в силах отказаться. Ему заявляют, что эти фотошоповские шедевры будут разосланы всем его друзьям и знакомым, всем, кто с ним дружит в сети. Либо этого не произойдет, если он согласится без фотошопа чего-то такое показать. А дальше уже его начинают шантажировать. Новая ступенька и новая ступенька. Хухма старая, еще вообще, еще когда интернета не было, все это использовалось только в другом виде. Ну, то же самое. Ничего нового. Да, явление весьма печальное. Это получило в последнее время довольно заметную распространенность. Наивных российских малолетних юзеров используют люди из зарубежья. У нас закон слабенький, у нас за это судить невозможно. И это точно из-за зарубежья, да? Это вот пиндосы, да, они? Нет? Очень даже может быть. Не, ну у нас же все, мы не говорим про вербовку агента ЦРУ, это также сейчас а модно. Ну а как, почему? Да, это следующий этап. Сперва вот секстинг, потом... Да, наверное, это тема следующего сперва подкаста. Сперва играешь джаз, потом, ну и так далее. Да, ну вот как-то очень часто жители стран Европы или даже Латинской Америки вот так... слегка владеющие русским языком, и вот такими вещами промышляют. Но до сих пор мы ничего существенно нового для слушателей не сказали. Ну, действительно, потому что на самом деле вот это вот, не знаю насчет, особенно вот меня Латинская Америка вот зацепила, потому что помню давно-давно-давно на заре интернета, когда была еще такая страшная программа, которую никто не помнит, нет-митинг, другого способа не было, ко мне домогались какие-то бразильские девушки, что-то лопотали. Я ни черта не понял. Наверное, это избежало какой-то страшной вещи, по-видимому. Это мою девственность сохранило до сих пор, я так понимаю. Ну, видимо, благодаря этому Андрей, вы до сих пор живы и здоровы. Чем я несказанно рад. А может, потому что это еще был нет-митинг, это было древние времена. Сейчас бы меня разворотили полностью бы, я уверен. Может, еще разворотить, может, еще успею? Ох, раскрутили бы, да. Так вот, настало время огласить печальную правду. Кроме этих первичных рисков интернета, которые относятся к краткосрочным, ибо хотя все перечисленные неприятные вещи могут действительно создавать для людей стрессы и порой немалые такие, нехилые, неслабые, как можно говорить, проблемы, но это проблемы узкие, частные, одноразовые, рано или поздно заканчиваются. Большая часть людей с этим справляется. Сегодня же мы говорим о том, что стало доказанным, и молчать об этом более невозможно, о долгосрочном отрицательном влиянии интернета на умы, в некотором смысле даже и на сердца пользователей. Чем больше пользователи умами и сердцами к интернету прикипают, ага. тем больше интернет начинает деформировать их личность. О, я придумал аналогию. Интернет – это как водка. Тот разрушает печень, а этот разрушает мозг. И чем больше его пьешь, то есть немножечко, если там 25 грамм, туда-сюда, это даже полезно. А если много, если бутылками, то есть часами не вылезая оттуда, то он разрушает мозг, печень и все остальное. И действует очень плохо на разные органы. Я прав? Не совсем. Отличие интернета от алкоголя и наркотиков. Хотя и там зависимость присутствует, как вы понимаете. Часть в том, что интернет гораздо круче, гораздо хитрее. Интернет не разрушает мозг, он его развивает. Но развивает очень односторонним образом. Так, что когда этот перекос в развитии мозга прогрессирует и далеко заходит, это отражается на психике человека и на качестве его жизни. В последнее время очень модно стало дискутировать на тему того, что наши соотечественники по своей ментальности, по складу мышления тяготеют вовсе не к Европе, а скорее к Азии. Хотя и эта истина не нова. И вот у пользователей Рунета на почве внутреннего столкновения, сшибки разных ментальностей, разных культур и двух половинок мозга, вообще в голове
начинает царить, прямо скажем, хаос. А выражаясь языком официальной науки, изменение психологических характеристик человека в результате длительного многолетнего пользования интернетом, особенно с детства и юности, сегодня получило название «цифровой психоморфоз». Ужас. Ужас. Меня Минмарфоз. Я подозреваю, что значительная часть нашей аудитории, если не все, это как раз и есть группа людей, подверженных цифровому психоморфозу. Мутации, то есть. Живущих в нем. Ну, а может, это коварный вопрос сразу же. А сколько людей подвержено технологическому метаморфозу? Потому что собаки пешком совсем разучились ходить, ездят на машинах, две остановки на метро и так далее и тому подобное. Это же вообще ужас какой-то. Что с ними делать? Мутанты все кругом. Вот. И так можно перечислить, там, жрут пищу правильно только в ресторанах там или каких-то дорогих магазинах, чтобы красиво выглядело. Это все поганцы какие-то. Пользователи интернета. Хуже. Жертвы психоморфоза. От перечисленных вами, Андрей, неизбежных негативных сторон современной жизни страдают вдвойне. Они не только не ходят пешком, они даже на лифте избегают передвигаться. Многие из них предпочитают не выходить из собственной квартиры никуда, кроме онлайна. Есть. А все необходимое для жизни они получают через интернет-шоппинг. Да. Также и другие нездоровые особенности современного образа жизни для людей, зараженных интернетным психоморфозом, проявляют себя вдвойне. Кстати, я по этому поводу вспомнил новый гаджет, который потряс всех, по-моему, 2 недели назад, когда выпустила какая-то фирма, забыл какая, вот это вот белье-то, которое можно управлять, есть такие датчики, то есть дамское и мужское белье, то есть это и бюстгальтер, и трусики, и там вот в нужных местах поставлены датчики, а другой человек, у него специально такой, типа мышки штука, и там можно шевелить как-то, а другой человек на каком-то страшном расстоянии чувствует, говорит, очень и очень приближенно к реальности. Это вообще какой-то уже киберсекс буквально. Я думаю, что это изощренная система с легкостью пройдет тест Тьюринга. И я думаю, что здесь, в заочном соревновании, человек проиграет роботу, программе, которая по определенному алгоритму, заранее протестированному юзерами-добровольцами, будет в каком-то порядке все эти разные зоны стимулировать. Но возвращаясь к проблеме сдвига сознания и перестройки мозга у фанатичных пользователей интернета, нужно выделить в ней 3 основных звена. Первое звено – это память, это мишень номер 1 сегодняшнего интернета. Это неприятное явление получило название цифровой амнезии, проще говоря, интернетного склероза. Люди все меньше запоминают, все меньше они хранят в своей голове полезных для жизни сведений, ибо полагаются, и нередко совершенно напрасно, на интернет или на облачное хранилище, и думают, что не надо запоминать ничего из того, что в любой момент можно вытащить из сети, нажав кнопку в Гугле или в Яндексе. Я бы тут добавил маленечко другое. Кроме памяти, это еще ложность данных. Мы об этом как-то говорили. Потому что ведь сейчас основная отсылка идет даже не к справочнику, а к Википедии. И как мы знаем, Википедия пишется, ну, не самыми авторитетными людьми зачастую. Поэтому лично для меня авторитет Википедии очень спорен. Я бы предпочел все-таки справочники, которые отборными людьми, как говорится, определенными составляются. Это вторая беда. Угу. Которая получила название цифрового мышления. Тот избыток информации, с которой мы сталкиваемся, когда погружаемся, иммерсируем в цифровую среду, интернет, значительная часть из этого информации, сведения неполные, недостоверные и всяческим образом запутанные, такой информационный гордиев узел, соприкосновение с этим океаном информации, в которой трудно отделить чистое от мусора, мути и грязи, приводит к тому, что мышление юзера меняется. Оно становится поверхностным,
у людей снижается критика. Они перестают отличать достоверную информацию от недостоверной. Они перестают прогнозировать отдаленные последствия своих решений и поступков. Вот почему думают поспешно, поверхностно и ошибочно. И решения принимают не лучшие. Решения связаны не только с какими-то виртуальными действиями, но вообще решения по поводу собственной жизни, основываясь на той информации, которую вы почерпнули. И такое явление, как викиальность, стремление, привычка по любому поводу заглянуть в Википедию и использовать ее как авторитет на все случаи жизни, не подвергаемый сомнению, безупречный, безусловный. Когда люди забывают, что Википедия – это достаточно благоприятная среда для людей, в том числе с нездоровой психикой, которые совершенно неадекватные, а подчас и болезненные идеи в Википедии продвигают. Ну и, наконец, на основе сочетания того и другого, третья беда, которая угрожает чрезмерно приверженным интернет-пользователям, это цифровая социализация. Ну, мы же хвалили ее всегда. Что ж такое? Мы говорили о... себя опровергать будем. Нисколько. Мы говорили о том, что в заочном, виртуальном общении можно найти плюсы. И от этих слов я лично отказываться не собираюсь. Для людей, которые испытывают дефицит общения не меркантильного, а бескорыстного, и эмоционального, и дружеского, сочувственного, людей, которые страдают от одиночества, раз уж так их жизнь сложилась, общение в интернете, особенно в сетях, нередко становится отдушиной. Там они восполняют привычный дефицит эмоций, которые они должны были бы в процессе общения получать. Но чем дальше, тем больше становится понятно, что когда именно цифровая социализация является преобладающей, особенно для детей и подростков, когда опыт общения с другими людьми поначалу дети и подростки преимущественно черпают в сети, оказывается, у них социализация становится дефектной. Не вырабатываются у них необходимых навыков, как познакомиться с человеком не в сети ВКонтакте, в каком-то официальном месте по каким-то... Ну, в реале то, что называется, да. Потому что слом шаблона происходит. Когда вроде бы жизнь к тому вынуждает. Просто-напросто спросить, как пройти на улицу. Или обратиться с просьбой к какому-нибудь бюрократу. То есть, получается, у нас плодит мизантропию таким образом. И эскапизм, бегство от реальной жизни в интернет. Таким образом, мы с вами в очередной раз, вскрывая животрепещущие и мозгодробительные проблемы сегодняшнего общества, приходим к тревожному представлению о том, что стоим мы на пороге больших перемен, угрожающих, если не жизни и здоровью, то, по крайней мере, головам интернет-пользователей. А благая весть на сегодня заключается в том, что избежать негативных сценариев интернетной жизни и предотвратить появление в личной, в индивидуальной жизни проблем, навязанных интернетом, порожденных им, можно, пользуясь нашими традиционными рекомендациями. С одной стороны, больше общаться, в том числе в интернете. С другой стороны, изредка хотя бы из интернета выходить в офлайн, где общаться с живыми людьми, включая тех,
дружеские связи с которыми налаживались в Фейсбуке, в Журнале и прочих злачных местах нашего Рунета. Нет, ну это, в принципе, по-моему, регулярное явление. Я постоянно вижу, как люди кучкуются в том же самом Фейсбуке, собираются в какие-то, не знаю, там, в каких-то кафе, там, иногда на природу даже и так далее. Даже вот вроде место абсолютно не предназначено для такой вот тусовки, как торрент-трекеры, да? И уже что-то у них торрентировки называются, или как забыл, это называется, слово вылетело с головы. Ну, короче говоря, они собираются вот на сборище пользователей каких-то вот этих торрентов. Хорошо, Андрей, ловлю вас на слове. Давайте предложим нашим слушателям написать нам, ежели и по елику выжелают они осуществить развиртуализацию для жителей Москвы, труднее это будет жителями города Екатеринбурга, а с остальными городами... А почему труднее Екатеринбурга? Из-за редкого пребывания? Но мы там с вами бываем, ну, да. Но все-таки не так часто, как, может быть, это заслуженно. Не, ну, может, и захотят, чтобы мы бывали чаще, возможно, мы согласимся. Возможно, и в других городах, да. Куда мы сможем со временем добраться. Протянуть свою руку. Регулярно это бывает Челябинск, Уфа? Краснодар, Магнитогорск, Уфа и славный город Нижний Тагил, который в последнее время все больше рулит. Тагил рулит. Да. Думаю, что и другие места на реальной географической карте ближайших российских окрестностей мы вместе со слушателями сможем освоить. Присылайте ваши пожелания, ваши заявки на развиртуализацию. И мы в некотором обозримом будущем постараемся совместными усилиями эти ваши мечты воплотить в жизнь. Да, причем хотел бы сразу заметить, что развиртуализация – это не сексуальный термин, чтобы кто-то там не подумал чего. Мало ли, не все разбираются. И что, все? Думаю, что да. Оставляя слушателей, со своим как горем. Как обычно, с новыми тараканами, запущенные по черепную коробку, всколыхнув душу, взбереди в сердце и потревожив желудок столь долгим говорением? Ну, я не знаю, но это какое-то динамо. То есть, грубо говоря, появился раз там через полгода или там сколько нас больше не было, господин Сандомирский буквально возбудил всех и ничего не дав сбежал, говорит, напугался, говорит, интернет это кака, вот, ничего не предложил, сказал, вот кака и все, тут никаких толком рецептов. Ушел, динамо. Предложил вспоминать. А, вот так вот, вспоминать. Добрым, тихим, не злым словом, вспоминая заветы классики, российской и украинской, нас с вами, Андрей, наши рекомендации. Помните нас. Каждый раз, когда вы заходите в онлайн. Ну, а в следующем выпуске подкаста, я думаю, мы все-таки сможем собраться с силами и поведать слушателям что-то более светлое, душевное, вселяющее оптимизм и жизнеутверждающее. Ну, не знаю. Я вот, прослушав вот все эти речи, пришло к заключению, что господин Сандомирский продал душу Павлу Астахову. Вот. И поэтому он сейчас призывает всех говорить, что интернет – это страшное зло. Я просто его в этом страшно подозреваю. Опять же, ловлю вас на слове. Попрошу ваши подозрения сопроводить уликами? И вещественными доказательствами. Да, каждое слово улика буквально. Да. И обсудим это со слушателями. Хорошо. И на этом всего доброго. И птички тоже пока-пока. Всего доброго. До новых виртуальных и не только встреч. Подкаст интернет.